Начнем с АЗОВ. Стандартные налоговые вычеты – самый распространенный вид налоговых льгот, применяемых при исчислении подоходного налога с физлиц. В отношении работника это делает организация, где он трудится, а вот если нет основного места службы, тогда другим предприятиям, которые выплачивают человеку доход, а вот при отсутствии таковых, вычет предоставляется налоговым органам по доходам, подлежащим налогообложению в соответствии с налоговым кодексом. Это был своеобразный ликбез сейчас о стандартных налоговых вычетах, которые проиндексированы, правильнее об их размерах. 174 рубля в месяц при получении плательщиком дохода, не превышающего 1054 рубля. 51 рубль в месяц на ребенка в возрасте до 18 лет или каждого иждивенца. 97 рублей в месяц на ребенка в возрасте до 18 лет или иждивенца в отношении родителей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. 246 рублей в месяц для льготных категорий физических лиц, указанных в подпункте 1.3 статьи 209 Налогового кодекса. Ноу-хау 2024-го. С 1 января введен новый вид стандартного вычета в размере 620 рублей в месяц для молодых специалистов, выпускников вузов, СУЗов и профтехучилищ, которые работают по распределению. Он может быть продлен на 7 лет. Они будут получать плюс 80 рублей. Касается это и выпускников учреждений образования, готовящих кадры для воинских формирований и военизированных организаций. Обращаем внимание, что вычет предоставляется с 1 января 2024 года по месту основной работы в течение установленного законодательством срока обязательной работы у нанимателя по распределению, но не более 7 лет с даты трудоустройства у этого нанимателя. В течение установленного законодательством срока обязательной военной службы по специальностям для воинских формирований и военизированных организаций. Данный вычет предоставляется на основании копии документа об образовании Республики Беларусь и на основании свидетельства о направлении на работу. Такая налоговая преференция даст возможность привлечь и закрепить молодых специалистов на их первом месте работы и в 2024 году принесет им дополнительно чуть более 80 рублей ежемесячно.